Всем привет, меня зовут Павел Чинарев, я актер, и сегодня я нахожусь на съемках сериала, который называется «Самка Богомола». Мы сейчас находимся в музее стрит-арта, уличного искусства, и сейчас, сегодня для нас это пространство стало настоящей тюрьмой. Если вам интересно, мы можем пойти вместе и посмотреть, что там построили наши художники-декораторы. Пойдемте. Это наша съемочная группа. Все очень приятные и хорошие люди. Какое кино без дыма. Все горит. Гражданки осуждены. Жалко их. Ну что делать? Такая работа. Мы приближаемся к декорации. Сейчас будет самое интересное. Пойдемте, пойдемте внутрь. О, какая красота. Индастриал. Ну, фактурно. И это еще не декорация. Это всего лишь вход в декорацию. Мы сегодня, собственно говоря, снимаем, да, практически финал нашего сериала. Ответственный очень момент. Без спойлеров. Потому что речь идет о финале. Ну, пойдемте посмотрим. Итак, вы готовы увидеть женскую тюрьму, женскую колонию? Смотрите. Настоящая. Настоящая тюрьма. Дима. Художник-постановщик. Привет. Пойдемте, я экскурсию просто провожу по декорации. Смотрите, какой здесь целый быт у осужденных. Да, книжки какие-то Дима положил здесь интересные. Фотографии мои детские. Это я. Чудесным образом здесь тоже оказался. Это крепенько. Да? Кажется, что настоящие решетки, а на самом деле трубы из пластика. Такая у нас женская колония. Здесь тоже. Лучше не открывать, потому что декорацию можно сломать в два счета. Ничего там не трогай без художников-постановщиков. Говорили нам, но нам так было интересно показать для вас все это, дорогие зрители, что мы нарушили все запреты. И вот мы здесь.